Впервые в Казахстане пройдет Кубок мира по смешанным видам боевых искусств. Чести проводить мировое первенство удостоилась Караганда. Уже на выходных в шахтерскую столицу съедутся около 400 бойцов из 10 стран мира. Лицензию на право участия в Кубке мира ММА каждый спортсмен получал в бою в серии национальных отборочных турниров. Последним отборочным матчем был открытый чемпионат Северо-Кавказского федерального округа в городе Нальчик. Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания, популяризация единоборств, укрепление сотрудничества между странами-участницами турнира. Стоит отметить, что к соревнованиям допускаются представители всех видов боевых искусств, включая и олимпийские. Организаторами мероприятия выступает Республиканский союз боевых искусств Казахстана и Всемирная федерация «Намат ММА». Мировое первенство пройдет 6-7 октября в спорткомплексе «Жастар». Начало в 10 часов утра. Продолжаем. Карагандинский «Шахтер», одержав победу над «Кайратом» со счетом 1-0, сделал еще один шаг к высшей ступени пьедестала почета. Впрочем, даже наставник гостей Виктор Кумуков признал, что его подопечные не показали чемпионской игры. В конце первого тайма игрок «Шахтер» Жамбул Кукеев пару раз потревожил вратаря «Кайрата» Рамиля Нурмухаметова, но кипер-хозяев дважды спас свои ворота. Первый тайм так и закончился со счетом 0-0. Второй тайм начался с атаки гостей. На 48-й минуте после ввода мяча Саута в исполнении Гедиминаса Вьючеса головой опасно пробил Николай Васильевич, но мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги. Спустя минуту после удара головой Васильевича вратарь алматинцев Нурмухаметов, заняв правильную позицию, выбил мяч за лицевую линию. На 63-й минуте все-таки вводы мяча Саута в исполнении Вьючеса принесли свои плоды. Головой мяч в сетку отправил Николай Васильевич 0-1. На последних минутах Станислав Лунин имел возможность удвоить счет в матче, но его удар попал в перекладину. Но горняки все же имеют очередную победу.